Саратовский НПЗ – одно из немногих крупных предприятий области, имеющее в своем портфеле серьезные проекты по реконструкции и модернизации производства. При этом одним из его приоритетных направлений остается природоохранная деятельность. Как удается наращивать объемы производства и при этом соблюдать самые строгие стандарты экологической безопасности? В заводе рассказывают и показывают участникам традиционного экотура. В экскурсии по предприятию принимают участие представители правительства области, управления Росприроднадзора, Общественной палаты и саратовских СМИ. Впервые на этом предприятии нахожусь. Я тут поражен, очень приятно удивлен, потому что мощное производство, достаточно слаженно работающее, экологическим вопросам уделяется очень много внимания. По территории завода гости передвигаются на автобусе. Без транспорта даже за целый день не осмотришь всю территорию НПЗ. Пуск установки и замеризации позволил изготавливать бензин класса Евро-5 без вовлечения в процесс привозных компонентов. Преимущество бензина – минимальное содержание серы, главного загрязнителя воздуха. Соответственно, снижает выбросы от автотранспорта, улучшает экологическую обстановку в городе. Именно профессионализм и сплоченность коллектива позволяет нам достигать тех результатов, в том числе, которые в природоохранной деятельности. Далее по маршруту очистные сооружения. Сточные воды на предприятии проходят многоступенчатую очистку – механическую и биологическую. Еще в 90-е годы на заводе отказались от вредного хлора и перешли на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. Общественник решает попробовать ее на вкус. Красная вода. Попробуйте. Хорошая вода отсюда. Сточные воды у нас на заводе очищаются не только саратовского НПЗ, но и от предприятий заводского района. Не только промышленные стоки, но и бытовые. То есть проходит у нас очистка, как вы уже убедились, по трем ступеням. На НПЗ постоянно ведут работу по защите Волгоградского водохранилища. Построили дренажную систему, что снижает риск загрязнения за счет перехвата, сбора и откачки на очистные сооружения загрязненного грунтового потока. Вся работа направлена на снижение экологических рисков, на минимизацию воздействия на окружающую среду. Завод становится по экологическим всем показателям на уровне лучших европейских заводов. В планах НПЗ – дальнейшее развитие завода, увеличение глубины переработки и повышение качества выпускаемой продукции.